В сельхозпредприятиях Славянского района продолжается уборка главной сельскохозяйственной культуры – риса. Погода пока благоприятствует аграриям. В этом году рисом в нашем районе было засеяно более 46 тысяч гектаров. На сегодня уже обмолочено более 35 тысяч, что составляет 76% всех посевных площадей. Средняя урожайность по району составляет 69,9 центнера с гектара, что на порядок выше, чем в прошлом году. Наибольшей урожайности удалось добиться в хозяйстве Приволье. Там рисоводы собрали более 80 центнеров с гектара. По темпам уборки опережает всех сельхозпредприятие «Черноярковское». У них уже убрано 95% всех посевных площадей. Всего выращиванием риса в Славянском районе занимается 19 хозяйств, в том числе крупных фермерских. Завершить уборку белого золота рисоводы планируют в самые короткие сроки. Для этого все есть, и необходима техника, и люди. Единственное, что может подвести, так это погода. При благоприятных погодных условиях полностью завершить уборку планируется к концу октября. Также на полях района продолжается сев озимых колосовых культур. Посевная площадь более 22 тысяч гектаров. На сегодняшний день засеяно свыше 4 тысяч гектаров, что составляет 19% от намеченного.